Руслан, ты дебютировал в сборной на самом первом чемпионате Европы в 2013 году. Прошло достаточно много лет, ты по-прежнему в составе. Ты себя ощущаешь аксакалом сборной России? Ну, аксакалом. Аксакалом, можно сказать, да. Конечно, чувствуется, что уже это самое. И опыт, и возраст. Смотришь на молодежь, сборная обновилась. Остались два старожила того времени. Это Алборов и Сафаров. Ну, то есть, нормально. Значит, мы еще в нормальной форме, в хорошей форме. Раз у нас тренера вызывают сборную, значит, все нормально. Ну, то есть ты на вопрос отвечаешь и продолжаешь продюсировать Алборова? Без него никак, потому что это дуэт. А где дуэт Алборова-Сафарова, там победа. Так, хорошо, ты мне скажи, насколько хорошо Мантурова принимается сигнал Матч ТВ? Матч ТВ хорошо принимается, уже до сел дошли вот эти вот тарелки, кабельное телевидение. Так что рекорд будет побит. Я думаю, рекорд будет побит. Все ждут, все пишут, все спрашивают, где будут транслировать. Я сказал, что Матч ТВ — наш футбол. И уже все в ожидании. Ну, пригласи тогда на правах аксакала всех болельщиков сборной России прильнуть к экрану и болеть за сборную России. Обязательно пригласим. Как это в камеру, мне кажется, нужно немножечко помочь нашим болельщикам найти правильный путь к эфиру. Правильный путь к эфиру. Курская область, Мантуровский район, село Мантурово. Смотрите трансляцию Матч ТВ «Наш спорт». Будет интересно. Чемпионат мира 6x6. Свои люди в сборной. И вообще весь Курск. Смотрите, радуйтесь. Любите футбол, любите свою страну. Живите футболом, живите Сафаровым. Всем удачи.